Сегодня я буду плести браслетик нянкет. Для работы мне понадобится станок для бисероплетения, иголочка, нитки, бисер всех необходимых цветов, схема. Схема будет в описании под видео. Я уже начала плести, тут радугу уже сплела. Очень позитивная, веселая, красочная радуга получилась у меня. Она получилась благодаря бисеру, который я заказываю в интернет-магазине. Он очень качественный, стеклянный. Ссылка на интернет-магазин будет ниже в описании под видео. Ну что, продолжу плести дальше. Начнется непосредственно сам герой нянкет.
все, такой яркий, позитивный браслетик получился. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии. Все, всем пока, до новых встреч!